Доброе утро всем! Сегодня всех всех я хочу поздравить с праздником 1 мая. Праздник мира, весны и труда. Пожелать всем добра, тепла, уюта, любви, благополучия. Улыбайтесь и будьте счастливы. Сегодня все жители нашего города Рита вышли на демонстрацию, посвященную этому празднику. От мала до велика все идут в колоннах, с шариками, красивые, веселые, счастливые. И мы тоже здесь немного покажем, как у нас все это происходит. У нас связано с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. Юрий Михайлович Лотман, русский литературовед. Кто себя спросила, что она для тебя, страна Россия? Много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Славянских племен до великой России, через множество бой самых лучших теряя, ты своей чемоданой ни с чем не сравнима. Они даже не пошевелятся, потому что характер не помашет. Ни одна, потому что такая. И мать, и пусть тебе дарует свет Мессия, дарует счастье, мир, труд, май и благодать. Здравствуйте! Это наш любимый педагог.
Там ваши любимые. Хорошо. Вот наша Настя. Какие? Какие?